для ускорения всех этих процессов. Сама масса желеобразная, перед работой можно разводить, можно не разводить, хаотично наносить мазочками. Когда наносится, я буду сейчас наносить и сразу как бы... Она наносится на штукатурку или на краску, на ровную поверхность или куда угодно? Можно наносить на все что угодно, на ровную поверхность, если будете наносить, желательно пройти кварцгрунт, чтобы она сцеплялись, эти шарики. Если это какая-то штукатурка, скажем, рельефная краска, это достаточно самого покрытия, если травертин, достаточно самого покрытия. Масельский воск, у него получается, он как бы немножко скользкий, его тоже надо проходить кварцгрунтом. Я проходить не буду в данном случае, посмотрим, что из этого получится. Форекс-кузин.